Мы поговорим и о производственном секторе, о творчестве здесь, и о том, что принято считать классическими отраслями креатива, музыки, театре и о многом другом. Красноярцам есть что сказать применительно к этим сферам, но мы очень надеемся, что ваше пребывание здесь даст для Красноярского края, для всей Сибири серьезный импульс для развития по самым разным направлениям. Только в сентябре я видела, как ваше руководство края встречались в Москве на креативной неделе, и теперь уже вся креативная неделя приехала сюда. Я считаю, что любой край, любая территория, республика, часть страны имеет шанс стать всемирно известной. Вопрос в людях. Сейчас идет обратный отток людей в регионы, потому что создается креативная среда, потому что они здесь востребованы, потому что им здесь интересно. У вас очень активная команда «Енисей кино», и мы видим, какой большой вклад и какой растущий большой потенциал есть у креативных индустрий в развитии регионов. Я верю, что таланты развиваются по всей стране, и нужно дать им шанс проявить себя в той самой креативной индустрии, например, в анимации. То, что здесь проходят креативные недели, я думаю, как раз доказывает это то, что в регионе созрела эта внутренняя потребность к тому, чтобы выплеснуть свой творческий потенциал. Региональные бюджеты все больше и больше тратят денег на кино. Вот в Красноярске в этом году потрачено 10 миллионов рублей, это очень хорошая сумма. В Красноярском крае сейчас индустрия за последний год значительно выросла. На нас начали после череды побед привлекать и к проектам в столице, и в других городах. Мне кажется, что душа Сибири живет где-то здесь, где-то рядом, либо прямо в Красноярске, либо в окрестностях. Потому что вот эти невероятные ландшафты, эта невероятная природа, эти невероятные люди, которые делают этот край уникальным. Красноярское кино в первую очередь должно быть важно для красноярцев. Кинотеатры, вот художественные кинотеатры, абсолютно могут стать вот таким ядром зарождения индустрии. Вот вы видите цифры, это 230 муниципальных киноустановок. Вот такой огромный парк нашего огромнейшего Красноярского края, муниципальных точек притяжения. Региональное кинопроизводство в крае у нас 10 частных киностудий. Ну, документальное кино «Красноярье» у нас поддерживается грантовой программой Министерства культуры Красноярского края. То есть до 3 миллионов может фильм выиграть на производство, что сейчас вот и происходит, сейчас создаются в данный момент. Основной контент, который производится на территории края, он обязательно показывается у нас на наших муниципальных киноустановках. У нас очень много интереснейших фестивалей, которые мы пытаемся проводить по территории всего края. Вчера стартовал промежуточный этап фестиваля «Герои международные». Мы хотим, вот честно, хотим сделать фестиваль класса А для фильмов для детей и подростков России. Вот мы к такому стремимся. Все это безразрывно. Действительно, если есть точка притяжения, экран, неважно, уровень кинотеатра художественно или это маленькая муниципальная киноустановка, но если она сделана с любовью и действительно варится как точка притяжения фестивальной, вот такой вот кинообразовательной жизни, оттуда и наши будущие кадры. Здесь есть историческое документальное кино, есть пласт документалистов, которые, слава богу, сейчас еще снимают кино, которое интересно зрительской аудитории. Это история кино, это первое. Второе, здесь действительно очень много талантливых, ярких кинографистов. Меня радует, что предпочитаю сейчас снимать документальное кино. Другой вопрос, как отстроить систему, чтобы люди могли приехать и арендовать на месте оборудование, чтобы была хорошая студия, где они могут снимать. И третье, это кадры. У нас сейчас есть четкая методика, выстроена на поиск новых талантов. Обучение, живет в деревне паренечек какой-нибудь или девочка, которые мечтают о кино. Как ей попасть туда? С каждого района максимум 5 человек отбираем, делаем такую коворкинг такой в Архангельске. Лучшие едут на кинокампус Киновижен, после которого лучшие получат в регион свою киностудию. 5 человек из отбора скорее всего, попадут на целевой набор в СПБГУ и Кит. Ведь у вас уже есть база, у вас есть, проводятся фестивали, у вас есть местные кинокомпании, у вас есть государственная структура Енисей кино. Когда заинтересовывается власть, правительство региона, скажем так, благословляя на эту деятельность, то все в регионе получается.